Про два круга кровообращения слышали, я думаю, большинство. А теперь поднимайте руки, кто может хотя бы примерно объяснить, а с какого перепуга происходит второй круг кровообращения? Чем этот первый круг не угодил? Так, ну слушаем вашу гипотезу. Из левого предсердия в правый желудочек, через, проходя через клетки организма, ну, проходя через капилляр и насыщая клетки организма питательным веществом, питательными веществами и кислородом, проходит кровь. Затем из правого предсердия, схема из правого предсердия в правый желудочек и через легкие насыщаясь кислородом, идет в левое предсердие, а потом опять в правый желудочек. А вопрос повторит молодой человек? Вопрос-то какой был? Можете объяснить, зачем это было? Зачем? Не как устроено, а зачем? А вы ответили на вопрос зачем? Вы описали, как устроено. Ну и теперь, кто мне может объяснить? В рыбе стиль кровообращения сколько кругов? У рыб вообще кровообращение есть или нет? Сколько кругов кровообращения у исходной конструкции у рыбы? Один. А начиная с лягушек – два. Зачем второй? Зачем это страшное усложнение сердца? Вот уж никаких проблем. Никаких проблем. Намного проще повысить мощность органа, чем взять и усложнить его на два порядка. Эволюционно проще. Еще раз. Не понял? Вы говорите, намного проще увеличить. Правильно. А почему эволюция не пошла по этому пути? Почему эволюция не пошла по пути тупого наращивания мощности? А пошла по пути принципиального усложнения конструкции? Так, ребятки, я хочу успеть закончить тему, поэтому давайте с вашими гипотезами подождем, разберемся, как на самом деле. А для этого надо хотя бы слегка представить себе кровеносную систему рыбы. В реальности кровеноска рыбы достаточно сложная конструкция. Я вам покажу сейчас, как она на самом деле выглядит. Так? А после этого мы ее сведем к очень простой схеме, чтобы с ней работать можно было. Давайте разбираться, что здесь где. Прежде всего, секта, вот эта труба, которая отмечена пунктиром внутри тела рыбы, это что такое? Пищеварительная система. Первый сектор А, это глотка. Здесь ротовое отверстие. Самое начало пищеварительной трубки называется глотка. Сектор Б, пищевод. А какие задачи пищевода? Почему сразу за глоткой нельзя поставить желудок? А в этом районе сердце. А главная задача желудка, да, это хранение пищи, которую вы съели. Вот после того, как вы как следует плотненько поели, что у вас с объемом желудка? Резко возрос. Если бы он стоял в этом районе, что бы он сделал? Он бы зажал сердце. Поэтому пищеводы – это всегда обходной путь мимо сердца, от глотки к желудку. Хорошо. Ну и дальше кишка пошла. Это пищеварилка. Но на печень сейчас внимания обращать не будем. Теперь разбираемся с устройством самой кровеносной системы. Сердце находится с брюшной стороны. Это у всех позвоночных всегда с брюшной стороны. Сразу за глоткой. Вот задняя стенка глотки, сразу за ней лежит сердце. Из сердца выходит один единственный сосуд, который идет под дном глотки. Называется брюшная аорта. А кто догадался, что вот это за четыре трубы, поднимающиеся вверх? Жабра. Только не жабра, жаберная артерия. В реальности здесь гигантское количество жаберных капилляров на каждой артерии. Здесь газообмен происходит. В результате венозная кровь здесь синим показана, а кровь, прошедшая сквозь жабры, насыщается кислородом и, поступая в трубы, идущие с спинной стороны,
По этим трубам разводка крови уже ко всем органам тела. Так, кровь отдала кислород органам тела, получила питательные вещества, пройдя мимо органов пищеварения, и вернулась в сердце. И вот так по кругу. И вот теперь мы эту сложную систему упростим следующим образом. Насос, первая капиллярная сеть. Первая капиллярная сеть – это какие органы? Это кровь, которая вышла из сердца у рыбы сначала, сквозь какие капилляры обязательно пройдет? Жаберные щелки. Сквозь жаберные капилляры. А затем? Кровь прошла сквозь жабры, затем? А затем она обязательно пройдет сквозь органы тела, отдаст кислород. И только после этого вернется в сердце. Это вопрос. В системе рыбьего кровообращения для каждой порции крови сколько последовательных капиллярных сетей приходится пройти? Две. Первая капиллярная сеть – жабра, да, где происходит газообмен. И вторая капиллярная сеть – это капилляры какого-либо органа. Зависит от того, в какой сосуд порция крови попала. А теперь поднимайте руки, кто понимает, а почему, собственно, сердце у нас работает всю жизнь. Но родился человеческий детеныш, у него сердце побилось 5 минут, за 5 минут кровь пошла у него по кругу. Пошла, ну и ходил так всю жизнь. А сердце можно выключать. Сила трения, возможно. Сила трения, абсолютно правильно. Вопрос, а что во что трется в кровеносной системе? Кровь о стенке сосудов. А теперь смотрим, а на каком участке кровеносной системы трение самое большое? В капиллярах. Конечно, в капиллярных сетях. Там просто чудовищное трение. 4/5 энергии сокращения сердца уходит на преодоление трения в капиллярных сетях. А в результате законы гидродинамики, а кровеносная система вся описывается законами гидродинамики, они больше всего на свете похожи законы электричества. В частности, циркуляция крови отлично описывается законом Ома. Те, кто проходил закон Ома, ну, давайте вспоминать. Сила тока прямо пропорциональна чему? Сопротивление. Прямо пропорциональна разнице потенциалов, то есть напряжению, и обратно пропорционально сопротивлению. Что такое сила тока? Это количество зарядов, которые проходят через поперечное сечение проводника в единицу времени. Хорошо, а если это кровь? Вместо силы тока о чем можно говорить? Поток. Не количество зарядов, а что? Объем крови, который проходит через поперечное сечение сосуда за единицу времени. Да? Ровно то же самое. В электричестве это разница потенциалов, а в кровеносной системе это разница чего? Разница давления на входе в участок системы и на выходе из участка системы. Хорошо. В электричестве это сопротивление проводника, а в кровеносной системе сил трения о стенке капилляра, вообще о стенке сосуда. В результате строим график. Как должна бы выглядеть система, описывающая изменение давления в кровотоке по мере движения крови. Итак, сердце выбросило кровь, она попала в артерии, пройдя по артерии, попала в капилляры, пройдя по капиллярам, попала в вены, и по венам опять вернулось сердце. По Y откладываем давление, а по X у нас участки пути. Значит, как по-вашему, давление на каком участке круг кровообращения будет максимальным, самым высоким? В конце артерии или в начале артерии? Конечно, в начале. Это как раз и есть то давление, которое развили желудочки сердца. А почему, пока кровь идет по артериям, давление немножко, но упадет? Вот так. Ну, трение-то все-таки есть.
Хотя площадь стенок несоизмеримо меньше, чем площадь стенок капилляров, но все равно трение есть, поэтому давление немножко падает. Теперь кровь пришла в капиллярную сеть. Да? И, наконец, в вены что будет происходить? Вот так. Вернулся к начальному значению. И дальше. А дальше следующее сокращение сердца, которое выбрасывает в следующий раз кровь опять под высоким давлением. Вот так было бы, если бы у позвоночных на пути движения крови стояла бы одна капиллярная сеть. А в реальности их сколько? Немного, а сколько? Две. Две последовательно соединенных. Поэтому график приходится менять. Вот если с этим разберетесь, поймете, зачем по-настоящему происходит второй круг. И почему рыбы принципиально не могут стать теплокровными. И какие проблемы у лягушки и так далее. Смотрим, что придется усложнять. Усложнять придется у птиц. Сердце выбросило кровь в артерии, по которым она пришла к капиллярам жала. От капилляров жара вот в этот сосуд, который понесет кровь к капиллярам клапана. Артерия второго порядка. А дальше капилляры органа, чтобы их отличать друг от друга. А уж только после этого вены. Мы смотрим, как выбирать люди. Вот стартовое давление. В артериях давление упало не сильно. В капиллярах сильно. Дальше. В артерии второго порядка давление еще немножко упало. В капиллярах вот так. И вот вены. Обратите внимание, сколько участков резкого падения давления? Два. Два последовательных связанных. А в результате попробуем сравнить две разные капиллярные сети. У одних большая площадь стенки. Вот первая сеть с большой площадью стенки. А у второй сети малая площадь стенки. Скажите, какая будет активнее участвовать в обмене веществ? Та, у которой большая площадь стенки, или та, у которой малая площадь? Ну, конечно, большая, ведь обмен-то идет как раз через единицу площади стенки. А в какой сети будет больше трения? Конечно, малый. А обо что кровь трется-то? А стенку? Получается, две совершенно несовместимые задачи. Значит, можно ли в рыбьем кровообращении делать эффективную тканевую сеть, эффективную сеть капилляров в окнах? Чтобы она была высокоэффективна, надо сделать ей большую площадь стенок. Но если она будет большая площадь стенок, что будет здесь с трением? Очень высокое трение, а давление уже упало в первой сети. Что сделает кровь, если трение в этой, она просто встанет и все. Это понятно? В результате что получаем? А мы получаем принципиальное ограничение на площадь стенки в тканевых органах. А это значит на интенсивность обмена ткани. Хорошо, пробуем решить эту задачу через тупое наращивание мощности. Ставим вот такое сердце, которое на сокращение вызывает вот такое усилие. Как мы рассуждаем? Мы вот такую добавку давления дали? Дали. Но это значит, здесь можно пристроить, вот график не рухнет до этой точки, а можно пристроить кусок. Не выйдет, помрет зверь. Кто понимает, от чего помрет? А вот это что за сосуды? Тонкие. Мало того, что они тонкие, они туда вывешены. Это сосуды органов дыхания. А это значит, они спрятаны глубоко в тело или в контакте с окружающей средой. Причем не важно, какой это орган, легкий или жабры. Капилляры легких
они находятся, считай, в ближайшем контакте с воздухом, который выдыхает и вдыхает. Капилляры жабры в ближайшем контакте с водой. А теперь смотрите, что вы предлагаете. Вот в этой системе. Если мы вот так повысим давление, это значит, капилляры газообменной системы, кровь пошла с огромным превышением давления. А вокруг капилляра окружающая среда. Что они сделают? Капилляры в органах дыхания. Они просто все инфарктируют, тут же порвутся. Поэтому наращивание мощности – это никакое не решение. Так не выйдет. И как эта проблема решается? Показываю, слегка по-другому рисую вот эту схему. Рисую ее вот так. И две последовательно соединенные капиллярные системы. Раз. Два. Возврат крови. Хорошо. Направление движения. Соответственно, от капилляра какого органа? Органы дыхания. Вот это. А это капилляры всех остальных. Ну, классно. Смотрите, какое решение. Размыкается сосуд. Второй вход. В результате в сердце теперь два разных входа. Один вход от органов тела, а второй вход от органов дыхания. Но органы тела вроде бы так не получают крови. Второй выход. Смотрим, какой выигрыш. А выигрыш элементарный. Теперь на пути движения каждой порции крови сколько капиллярных сетей? Только одна. А это значит, какую площадь сетей можно ставить? Максимальную. А это значит, какой уровень обмена в них может проходить. А какой хотите, такой будет. Исчез ограничитель по площади сети. Да? Значит. И вот теперь формальное определение, что называется кругом кровообращения. Круг кровообращения – это замкнутый сосудистый путь, который начинается в сердце и кончается в сердце. И рождение второго круга – это эволюционная попытка обойти ограничения по площади капилляров вот здесь. Да? Для того, чтобы... Хорошо, что дает интенсивный обмен? Вот зверюга получил возможность вести интенсивный обмен. Это значит, что у нее со скоростью реакции? Возрастает. Что у нее со скоростью движения? А скажите, пожалуйста, какому-нибудь животному, для какого-нибудь животного что-либо более важное есть, чем увеличение, наращивание скорости реакции и скорости движения? Нет. Это возможность уйти от хищника и догнать добычу, поесть и выжить. Да? Так что задача важнейшая. Но обратите внимание, решив одну задачу, эволюция напоролась на другую, сложнейшую, которой не было у рыбы. Смотрим. У рыбы каждый орган получает чисто артериальную кровь. Это кровь, которая только что прошла через жабры и несет максимум кислорода при минимуме СО2. А теперь смотрим здесь. На входе в сердце две разные порции крови. По верхнему сосуду какая кровь по качеству идет? По верхнему сосуду какая по качеству идет кровь? Венозная, она прошла органы, она отдала кислород. Да? По нижнему сосуду? Артериальная. А что произойдет в самом сердце с венозной артериальной кровью? Они сортируются. В результате площадь мы увеличили, конечно, но сколько кислорода теперь будет нести каждая порция крови? Намного меньше. Намного меньше. Почему? Да потому что у вас внутри сердца смешалось артериальное с венозным. И вот начиная с амфибий, начинается
разные варианты решения вот этой новенькой проблемы. У амфибий возникает вот такая перегородочка, которая не дает смешаться венозной артериальной крови в приемных камерах, в предсердиях. У рыб было одно предсердие, один желудочек. У амфибий желудочек остался один общий, а вот предсердие два разных. При этом запомните правило. У всех позвоночных всегда от органов дыхания кровь приходит в левое предсердие, а из туловища кровь возвращается в правое предсердие. Так? У рептилий возникает частичная незавершенная перегородочка, отчасти смешивание только в этом секторе может происходить, а у птиц и млекопитающих перегородка дорастает до конца. Вот так. Смотрим, что вы получили. Ваш поток какой крови, артериальный или венозный? Венозный. Он идет в сердце, проходит предсердие, проходит желудочек. И куда, в какой орган пойдет? В органы дыхания, в легкие. Прошел в легкие, теперь кровь артериальная. В улеточной вене кровь попадет вот в этот сектор. Пройдет предсердие, пройдет желудочек. И куда пойдет? К органам тела. Два полностью разделенных круга циркуляция без смешивания в сердце. На самом деле существует масса интереснейших деталей, но это уже касается достаточно серьезной анатомии. Значит, дело в том, что так ведь только у взрослого человека, точнее у человека, который уже родился, а у плода человеческого кровообращение совсем не так идет. По простейшей причине, скажите, а человеческий плод, будущий человеческий детеныш до рождения, кислород получает в легких или не в легких? Из крови матери. Хорошо, а плацентарная вена, которая идет, пупочная вена по пупочному канатику, она у детеныша в какой сосуд впадать будет? В нижнюю полую. Поэтому в эмбриональном состоянии артериальная кровь придет не в это предсердие, а вот в это. И до рождения человеческого детеныша сердце человека сохранит массу древних особенностей, которые дают возможности крови смешиваться. А иначе бы мозг просто не получил кислорода. Да? Но это уже возможные детальки, заметны для следующей лекции.